А в алматинских университетах, возможно, появится новый предмет. По аналогии с успешной практикой на Западе, нашим студентам предлагают изучать работу общественных объединений и помощь различным социальным группам. С такой инициативой выступила ассоциация Ю-38. Идею уже поддержали порядка 30 вузов. Мы считаем, что наши студенты должны понимать все проблемы общества, все задачи, которые нужно решать совместно. И здесь университеты делают вклад в развитие общества. Мы говорим, что современные университеты – это такие вот impactful университеты, то есть университеты, которые создают смысл, университеты, которые делают вклад в развитие общества, понимают проблемы. Университеты современные, которые входят в альянс Ю-38, должны быть открытыми университетами. Что это значит? Там, где находится университет, не должно быть действительно никаких преград, не должно быть никаких заборов. Местное сообщество, оно должно заходить в университет, пользоваться библиотекой, пользоваться коворкинг-центрами, открытыми площадками.